Blizzard CX-1 от Miele. Первый пылесос Miele без мешка пылесборника. Но как работает безмешковый пылесос? Вместо мешка пылесборника такие пылесосы оснащены контейнером, в котором собирается пыль в процессе уборки. Для того, чтобы пыль попала в контейнер, ее сначала нужно отделить от воздуха. Это происходит с помощью циклонной технологии. Воздух, смешанный с частицами пыли, пропускается через один или несколько циклонов. Коническая форма циклона способствует созданию вихревого потока воздуха, циркулирующего с большой скоростью. Центробежная сила выталкивает частицы пыли, и затем они попадают в контейнер для сбора пыли. Существует две системы, которые работают по этому принципу – моноциклонная и мультициклонная технология. Компания Miele сделала выбор в пользу моноциклонной технологии. У Blizzard CX-1 эта система называется технологией Vortex. С помощью этой системы крупнодисперсная пыль отделяется от мелкодисперсной и оседает в контейнере для сбора пыли. Оставшиеся в воздухе мелкие частицы задерживаются фильтром для мелкодисперсной пыли. Многие другие производители используют мультициклонную технологию. В этой системе воздух проходит через несколько циклонов. От одной стадии к другой происходит все более тонкая фильтрация пыли, которая затем оседает в контейнере для сбора пыли. Однако у этой технологии есть свои недостатки. Каждый циклон изменяет направление движения воздуха. Это приводит к потере мощности и негативно отражается на качестве уборки. Большое количество вихревых потоков также увеличивает уровень шума. В мультициклонной технологии мелкодисперсная пыль оседает в том же контейнере, что и крупнодисперсная. Это приводит к загрязнению воздуха мелкодисперсной пылью при очищении контейнера. Отличие гигиеничной технологии Vortex компании Miele состоит в том, что мелкодисперсная пыль собирается в отдельном отсеке. В большинстве мультициклонных пылесосов нельзя регулировать мощность, потому что они нуждаются в постоянной силе потока воздуха для корректной работы системы фильтрации. Благодаря технологии Vortex в пылесосе Blizzard можно регулировать мощность для уборки различных напольных покрытий. Пылесос Miele Blizzard CX-1 с технологией Vortex для исключительно эффективной уборки.